насчет Кали-йоги, я слышал. Есть, 400 тысяч лет насчет вычислений, ведические астрономы, ведические математики, они на порядок превосходили современных ученых. Я пытаюсь понять. Они, я даже точное описание вот этого вот небесных светил, там строение Вселенной или там скорости света, или там еще, оно подробно описано в священных писаниях. То есть это и есть уже расчеты, еще до того, когда это все якобы открывали какие-то западные ученые, может, они плагиатили, или может, они заново это открыли, но эти открытия уже были. Понимаешь? То есть я не знаю насчет вот этих вот ведических измерений, но я вот недавно помогал Инду Бали, делал некую работу над этой книгой «Сурья Сиддханты», которую она сейчас издала. Она связана с этой солнечной системой, с разными измерениями, со всем. И там санскритское, как бы, якобы писание, стихи, но там очень много математических формул, очень много измерений, очень глубокое научное объяснение. Хотя это было там сотни лет назад. То есть этот трактат был написан, и это все. Наверняка это и есть.